Столица Советской Армении Ереван встречает дорогих гостей из братских союзных республик. Праздник армянского народа, полуторавековой юбилей вхождения Армении в состав России – это светлый и радостный праздник всех народов нашей великой Родины. В президиуме торжественного заседания член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев, партийные и государственные деятели Армении, руководители делегаций союзных республик, представители общественности. С большой речью на заседание выступил Дмитрий Федорович Устинов. Отметив огромные успехи трудящихся республики в социалистическом и коммунистическом строительстве, товарищ Устинов выразил уверенность в том, что труженики Армении добьются новых замечательных успехов в выполнении решений 25-го съезда КПСС. Товарищ Устинов прикрепил орден Ленина к знамени республики. Первый секретарь ЦК Компартии Армении Демирчан выразил искреннюю благодарность за высокую награду, готовность ответить новыми трудовыми успехами на постоянную заботу партии о благе народа. Праздник Советской Армении незабываемой страницей навсегда войдет в золотую летопись торжества ленинской национальной политики нашей партии.